Ну, во-первых, хочу поздравить «Зенит» с заслуженным чемпионством. Это лучшая команда нашего чемпионата, которая показывает самый лучший футбол. Хочу поздравить Сергея Богдановича с великолепной работой, которую он проводит, и пожелать всяческих успехов. Сергей Рыбаков, нас вот очень резво начал «Локомотив» встречу, и из этого возникает вопрос, была ли установка у команды на первый, на быстрый гол, или это вот так просто удачно получилось, и потом мы не смогли успех закрепить? Ну, мы с первых минут, конечно, постарались навязать и прессинг, и активность впереди. В связи с этим пришел первый гол под давлением. То, что мы не смогли выполнить, это не было хорошего контроля мяча, много невынужденных потерь. Ну, хочу отметить великолепных игроков в составе «Зенита», которые очень высокого уровня. Я думаю, это и предопределило результат.